Звука нет потому, что камера в водонепроницаемом чехле, и отсюда звук очень тихий отсутствует. Итак, Гена из Абхазии идет на очередную процедуру. Как видите, дождь, погода несколько такая дождливая, но тем не менее, в доме тепло, и этого достаточно, вот, чтобы было комфортное состояние для окунания. Ну вот, я тут рассказываю о чем-то, открываю двери, снимаю сам себя, захожу. Говорю, что надо быстренько раздеться, быстренько раздеться. Вот. Показываю купель. Снимаю себя. И сейчас будут подводные съемки. Вперед! О, тут непередаваемое ощущение. Тут я заохал, заахал. Объятия воды явились очень, очень, очень во всех отношениях. Я благодарю Мать Святую Водицу за доставленные мне, так сказать, прелести, удовольствие, здоровье. И иду домой. Выхожу домой. Дедушка из Абхазии. Смотрю по сторонам, что-то рассказываю, уже не помню, что я рассказываю. И вот тут на меня, знаете, накатывает вот это вот объятие, которое я получил, водной стихии. То есть вот как мать природа может вас отблагодарить, может вас любить, она обнимает с помощью воды вот этой холодной, такими мощнейшими, жизнедающими, бодрящими объятиями. Так она взбадривает ваш организм, что вы просто диву даетесь. Как она может вас взбодрить? Ой, какая любовь матушки природы!